This appears to be the work of the ultra-nationalists led by the shadow of Zakhaev, one Vladimir Makarov. The Kremlin, however, sees it differently. The Prime Minister has pledged full support to aid in any way possible. Zakhaev kept Makarov in check, but no longer. Итак, здравствуйте, с вами был X325, и сегодня мы будем дальше проходить игру под названием Call of Duty Modern Warfare 2. Сегодня пройдем миссию под названием «Осиное гнездо». Это продолжение миссии, которая называется «Охота». Да, это продолжение миссии. И, ну и давайте начнем. Наша цель – покинуть трущобы. Как мы помним, мы закончили за рейнджер Джеймса Рамироса, спасли мы рептака, очень эксклюзивного бакугана, наверное, там что-то пипец вообще, в Северной Вирджинии. И сейчас мы за Task Force 141, за Роуча, будем бегать по трущобам. К сожалению, в настоящий момент в селении заняты. Попробуйте перезвонить позднее. Сообщение 280. Не могу установить связь. Начинает поступать сообщение. Ну, конечно. Но ясно одно. Не исключено, что мы стоим на пороге Третьей мировой войны. Русские скопировали модуль автоматической системы контроля. Могут открыть любой замок в Америке. И они намерены отомстить за каждого убитого в Москве. Похоже, у нас совсем не осталось друзей. Я знаю его. Надо найти таксофон. Они Николай. Еще существуют? Нам удалось узнать, что единственный человек, которого Макаров ненавидит больше, чем американцев, сидит в тюрьме. Это все, что у нас есть. Если этот бандит – наживка для поимки этого психопата, туда ему и дорога. Окей. С психопатами только так и надо. Осиное гнездо, день 4, 16:19. А там было вроде 15:00. Целый час прошел. О, Рохас. Прости, я сам о нем позабочусь. О, Николай. Николай возвращается. Так, Рокет. Чемо. Ух ты, самолетик. Рокет, Чемо, самолетик. Все, что есть для пулеметик. Контакт на 5! Чёрт! Ещё его снял. Блин. Тут уже темнеет вообще-то. Блин, чё так глючит-то? А, потому что я рендерю, да, точно. Черт возьми, они меня сейчас убьют. Это СВД или Драгунов? Кажется, это СВД, да? Да, пора всех завалить. Черт, надо их всех накрыть. Чёрт, ты кто такой? Пречер? Сколько вас вообще нафиг? Убью! Убью и ополченцев! Ёбаных! О, Мактавиш. Шикин, шикин, шейк, шейк, жуй, кусай, глотай и пей. Прям Третья мировая в Бразилии, в Америке. Черт, 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 черт. В Москве аэропорт взорвали просто-напросто. Ладно, патроны тебя не буду тратить. Ч
черт, там со снайпы кто-то всех валит. Прости, но ты должен умереть. Народ, кто там со снайпы меня валит просто? А ты меня выносишь? Да, я сам себя вынес. Понял? Меня, кроме меня, никто не может так выносить, как я. Бред сказал. Чек. Дабл килл. Экспромтед. Ну, на улице, так на улицу. Окей. Сейчас мы прорвемся. У них все лица одинаковые. Одни нигры да китайцы. Меня бесит игры эти за тем, что лица все одинаковые, костюмы одинаковые, все одинаковое. Просто какой-то, не знаю, вкуса что ли нет у них. Одеваются хреново. Через жопу как-то. Я сейчас умру. Такого одеяния, блин. Одеяние вообще просто пипец. О-о-о! Офигенно. Самолет полетел. А, вон он. До сих пор летит. До сих пор летит. Текстурка застрял самолет. А вон та известная храм Христа Спасителя. Только он что-то квадратный. Слишком квадратный. О, там город. О, сейчас рынок будет. Моя любимая часть этой миссии. Всех перебивал. А вот и рынок. А вот и Грена. Не успел. Кто не успел, тот и съел. Я так всегда делаю. Окей, курица поддохла. Гад вонючий. И ты тоже. И ты тоже. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Я тебя боюсь. Черт. Ой, Мактавиш, привет. Всех завалим. И киргизов тоже. О, Николай. Здорово, Николай. Давай, 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 давай. Черт, тупые. Ладно, жду вас там. Удачи. Окей, сюда, так сюда. По крышам, так по крышам. Эй, приятель, мне тут сверху видно, что за тобой охотится вся деревня. Но я и сам не знаю, как
Николай! Черт, я сейчас упаду! Мактавиш, лови! Дебилка, косорукий. Только письку драчить умеешь. Черт, их там дофига. Уже закат. Так, куда мне? Они идут за мной. Пацан, вали, 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 вали. Мне надо бежать как можно сил. Там-то, там-то, там-то. Они уже что, в вертолете все? 30 секунд и пора на базу. Роуч, топливо на исходе. У тебя 30 секунд, беги. Налево. Я бегу как могу. Давай. Блин. Давай, 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 я прыгаю. Давай, мы его забрали. Валим отсюда. Соуп, я тут. И мне нравится! Ставлю лайк. Сам себе. Прикольно. Экзамен. Ну все, с вами был Blacks325. И мы прошли эту миссию. Всем удачи, всем пока, берегите себя. Пока.